Привет всем, это мой видеоблог, третий сезон, вторая серия под названием «Батуми». Я 10 минут назад приехал в Батуми на автобусе из Тбилиси, и впечатление очень неоднозначно. Я боюсь неправильно понять этот город, потому что я вообще не понимаю ничего. С автовокзала я шел пешком в центр города по улице Пушкина, и эта улица просто жуткая. Она то ли не отремонтирована, то ли просто заброшена, то ли ее сломали, фиг знает. Короче, там много кошек бродячих, много бомжей, одежда просто так валяется везде. Ночные бабочки там тусуются. И все это время, пока я шел вдоль улицы, за мной таксист ехал. И как бы я с сумками был, он, видимо, хотел, чтобы он меня подвез. Ну, в итоге я поселился в хостеле, там ничего интересного. И сейчас иду к набережной. Я думаю, она должна быть офигенной. Она 100% должна быть офигенной. Ну, тут уже более-менее. То есть Пушкина идет вот параллельно морю, и я сейчас иду перпендикулярно, прямо к морю. Вот. Пока это вся информация. Ждите новых выпусков. Ну да, в принципе, мне уже стало немножко поспокойней. Я вышел в неплохое место, оно красивое. Сразу видно, что тут много достопримечательностей, прямо как будто они собраны все в одном месте. А все остальные улицы, ну, такое первое впечатление, я думаю, оно ошибочное. Завтра с самого утра пойду смотреть весь город. Да, здесь поспокойнее, много туристов, много кафешек. Народ пошел, на Пушкина вообще почти что никого не видел. И все-таки Батуми далеко не Сочи. Я на набережной, прямо возле моря. Она шумит, но волн нету. Но аллея-то неплохая. И отели, крутые здания. Вот я не понимаю. Вот там аллея прям очень здорово. Они все красиво сделали. Очень ровно. Но что это за бардак? Как будто сезон закончился, они все разобрали быстренько. И снова. Такого в Сочи явно нет. Это уже похоже на Лас-Вегас. Вот, буквально. 100 метров, и где я нахожусь? Что вообще происходит? Где? Я вижу статую любви, которая двигается, но она не подсвечивается. И она очень маленькая. Но зато я ее вижу. Ну вот я и осуществил чью-то маленькую мечту. Добрался до этой статуи. Все-таки она подсвечивается чуть-чуть. И движется. Я думал, она будет двигаться меньше. Вот. Время уже первый час, я иду домой, хочу спать. Но, блин, мне здесь нравится все-таки вот эта улица, по которой я сейчас иду. Она очень необычная, первый раз на такой. Она очень узкая. Все дома двух-трехэтажные, архитектурные, все убрано, все чисто. Ну, граффити, наверное, пофиг. Сама дорога из вот таких камней. Чемоданом тут точно неудобно ездить, но, блин, тут очень атмосферно. Я думаю, завтра в солнечную погоду, если она такая будет, то тут будет очень здорово. Все, всем спокойной ночи.